Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Мадонна». Музыка исполнена Самуила Фроловича из цикла «Ожившая поэзия». Картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, среди медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный спаситель одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, а нас величие, он с разумом в очах взирали кроткие, во славе в лучах одни без ангелов под пальмою Сиона, одни без ангелов под пальмою Сиона. Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спасал, тебя моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец, тебя мне не спасала, тебя моя Мадонна. Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович, музыкальная композиция «Экспромт», «Мадонна», стихи Александра Сергеевича.